give me a kiss to build a dream on. And my imagination will thrive upon that kiss. Oh, sweetheart, I ask no more than this. A kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me. And my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part. A kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Война. Война никогда не меняется. Конец света наступил в полном соответствии с нашими предсказаниями. Извечная проблема. Много людей и слишком мало ресурсов. Детали катастрофы до боли знакомы, причины тоже. Практически в одночасье все живое было стерто с лица Земли. Очищающее пламя, зародившееся из мирной атомной искры, быстро вышло из-под контроля. Из разверзшихся небес на землю обрушились стрелы ядерного огня. Объятые огнем континенты бились в агонии, погружаясь в океан бушующего пламени. От людей остались только тени, и лишь их обезумевшие духи с беззвучным криком боли и негодования метались над зараженной планетой. Тихая ядерная ночь окутала планету, укрыв ее на много-много лет густой черной пеленой. Но не всех поглотило ядерное пламя. Те, кто выжил в первые секунды трагедии, успели достигнуть спасительных подземных убежищ. Когда пелена тьмы рассеялась, убежища впервые за многие годы открыли свои герметические двери. Потомки людей, погубивших самих себя, вышли на свет. По легенде, одно из нынешних северных племен берет свое начало в одном из убежищ. Его первый старейшина и основатель, знаменитый выходец из убежища, спас мир от великого зла, зародившегося в южных бросовых землях и превращавшего людей в уродливых бездушных монстров. Лишь благодаря храбрости жителей убежища великое зло было повержено. Но многие пали в той битве, и герой лишился всех друзей и соратников, пожертвовавших своей жизнью ради света и спокойствия других. Когда же одинокий герой вернулся в родное убежище, за которое он столько выстрадал, его ждал удар – изгнание. В борьбе с тем, что было воплощением всех страхов жителей убежища, выходец сам неожиданно стал кем-то другим в их глазах, но уже не героем. Преданный своим народом, он ушел в пустыню. Он шел на север, пока не достиг великих каньонов,
где он основал маленькую деревушку Арою, в которой прожил остаток своей благородной жизни. Вот уже целое поколение его потомков счастливо прожило в Арою под защитой родных каньонов. Это дом. Твой дом. Но шрамы, оставленные войной, еще достаточно свежи и не спешат заживать. Земля...